бы сказать харакири. К тому же, заявленная готовность персонажей совершать сеппуку немного преувеличена. Идея протеста с помощью сеппуку встречалась редко. Есть случаи, когда это произошло, это в большинстве служило выходом для тех, кто серьезно нарушил и должен был быть казнен. Канлон продолжает. Хорошие полководцы обычно не заставляют своих генералов убивать себя. Это плохо сказывается на боевом духе. Сеппуку обычно связывали с крупным предательством. Так что в этом случае все бы предположили, что Хиромацу участвует в заговоре с целью свержения Торунага. Вот как это было бы прочитано. Хотя есть аспекты сеппуку, которые преувеличены или иначе не полностью отражают тот период времени, обращение сёгун с этим ритуалом стало одним из самых сильных моментов шоу. И разве это не то, что действительно важно в конечном итоге? В общих чертах эта практика помогает иллюстрировать некоторые ключевые темы. Блэкторн, например, показан как человек, потерянный в неизвестности в начале сериала, и мысль о том, что кто-то мог бы убить себя таким жестоким способом, помогает дополнительно раскрыть его путь, делая Японию еще более чужой для него. Это все на сегодня. Экран Ранд завершает вещание.